человека, пока уносится наш космодром отсюда, кому в конце сегодняшнего нашего праздничного концерта мы вручим приятный подарок. Скажите, разыгрываем среди девушек или среди юношей? Среди девушек? Так или среди юношей? Вот тут такой юношей. Знаете, мы сегодня входили сюда, мне посчастливилось, я входил в Военбек сегодня вместе вот с этими очаровательными девчатами, которые с барабанами шли, а перед ними через КПП, назовем это так, проходят два молодых человека. И так встали на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж, два молодых человека, и так смотрят на девушек, говорят, вот так всегда. Помочь барабаны нести не могут, познакомиться хотят всегда. И один из этих двух молодых людей на меня так посмотрел, чао! Мне так стало грустно за нас, за мужиков. Я думал, они сейчас рвануются, помогут девчат, познакомятся. Может, это судьба, кто его знает. Ведь никто не знал, что когда-то простой мальчик Витя, получающий диплом военмеха, станет знаменитым бардом и будет выступать перед студентами военмеха на 55-летии. Виктор, скажи, пожалуйста, ты думал, что вообще доживем до этого даты? Потому что, когда он летал в космос, я помню, учителя мне в школе говорили, вы счастливые люди, вы будете жить в 21 веке. Я так про себя сижу, думаю, ничего себе, мы же такие старые будем. А уже таких 16 лет мы живем в новом 21 веке. Виктор Федоров, бард.